Здоровки, Амиго! Рад приветствовать тебя на канале Амигон, и это реакция на RPG Мечты, пятая часть. Воу-воу-воу-воу-воу. Перед началом у нас, естественно, дисклеймер, то, что все создано в исключительно развлекательных целях. Погнали посмотрим, что же у нас в пятой части вышло. Там реклама сразу же. Я люблю World. Надо... Рекламка. Блин, как много там. 33 минуты. Вот ту сюда. Делитесь мнением в комментариях, ставьте лайки и приятного просмотра. Так, я полагаю, нам надо запустить с нуля. Хи-хи-хи. Не знаю, кастом жах, и лучше сделать свое, и он будет корявиться. Введите подсказку, которая описывает, кто вы, и первые пару предложений о том, что с чего вы начали, например, вы рыцарь. Хорошо, давай прям опишем. Я старый ковбой. Пасу пойду. Меня зовут Билли Боб. Сейчас я напишу. У меня есть. Револьвер и лассо. Я старый ковбой. Меня зовут Билли Боб. У меня есть револьвер и лассо, стильная шляпа и сапоги. Вы идете по коридору, освещенному факелами, вместе с несколькими другими коридорами с обеих сторон. Помещение, в котором вы находитесь, похоже на большой склад или мастерскую. Есть старый деревянный стол, покрытый инструментами и разными другими предметами, разбросанные по полу. О, нихуя, я сразу в какое-то жуткое приключение попал. Давай подойдем к верстаку и... Пронем себе яйца, да. Пронем себе яйца! Вы протягиваете руку, чтобы нащупать яички. Они кажутся довольно большими. И вы вздыхаете с облегчением от своей удачи. Затем дверь захлопывается, и вы попадаете в ловушку. Разбей яйцами стену. Я не знаю, как я буду это визуализировать. Что? Вы ломаете стену своими яйцами. Вы поднимаете колено в воздух, а затем используете его, чтобы толкать поясницу. Берется невозможно сильно. Движением ебабельным стеном. Давай, ваши так яйца просто... сметка. Да. Ваши яйца отвратительно скомканы. Вы чувствуете, как ваша мошонка колышется. Ваша спину! А затем она лопается. Ой, кожа разлетается у себя. Чего? Ладно. Надо сказать, типа, oh me, oh my. That was amazing. Жду. Это было удивительно. Вы кричите в огонь, гори на землю. Твоя задница горит от войны. Дерево разлилось. Что за жесть? Oh my, that was amazing. Сука, а что я могу сделать в такой ситуации? Давай осмотреть комнату на предмет полезных вещей. Вы видите старый котел в центре круга свечей. О, сатанизм. В котле насовно. В котле вареное говно. Фу! Из котла по вкусу напоминает нектар у богов. Вы чувствуете, как он течет по вашему телу, и вас накатывает волна облегчения. Да блин, ты до сих пор в этой комнате до сих пор. Да, надо выбираться из нее. Хорошо, давай так и напишем. Разбить... Стену своим членом. Стену членом. Вы наклоняетесь и пытаетесь вытащить свой член. Он высвобождается с присасывающимся звуком. Да как? Стоит из вашего... Вы пытаетесь снова вытащить свой член, но не можете дотянуться. У тебя недостаточно длинные руки. Ну это обосновывает то, что он яйцами разбивал стены. Дверь в комнату открывается, и в ней виден силуэт человека. Вы не можете сказать, мужчина это или женщина, молодой или старый. Я вижу, вы нашли мою секретную комнату. У меня здесь не так много посетителей, говорит человек, подходя к вам. Who are you? С вами разговаривает старик с длинной бородой. Он носит светлую серую мантию и деревянный посох. Что со мной случилось? Вы выпили немного моего зелья молодости, говорит мужчина, и затем начинает смеяться. Вы только что говна. Попили. Может написать ему, ты понимаешь, что ты варишь дерьмо? Ты же в курсе, что это говно. Ты что, говно варишь? Это не зелье молодости. Безусловно, говорит мужчина. Пошел ты, говорит ему. Трахни меня. Чего? Чего? Он еще спрашивает.
Вышиби ему мозги просто. Вы достаете пистолет и стреляете человеку в голову. Вы слышите, как кто-то кричит с лестницы. «Кажется, я слышал выстрел!» — говорит голос. Вы выбегаете из дома и обнаруживаете, что он пуст. Улица пустеет, никого не видно. «Кто-то пил мой ликер!» — говорит старик, идя по улице. «Сегодня вечером он другой на вкус». Давай обратимся к мужчине. Халло. Халло. А я не правильно писал, да? Харло. Мужчина поворачивается и стягивает штаны. Из его задницы выскакивает коричневая бутылка. Что чего? Что за херня, говорите вы, отступая. Мужчина хватает флягу и кладет в карман. Спроси, у тебя тоже есть зелье молодости? Ты тоже его пьешь? Ты тоже на него пасил? Вы говорите, вы тоже присрастились к зелью молодости? Пошел-ка ты нахуй, говорит мужчина. Нажимайте на курок и взрываете мозги мужчине. Забрать его флягу. Вы лезете в задницу мертвеца и достаете фляжку. Откручиваешь вверх и начинаешь пить. Ты вставляешь пустую фляжку в задницу. Надо двигаться куда-то. Давайте побежать к шерифу. Да, бегим к шерифу. Вы подходите к зданию шерифа и заходите внутрь. Шериф сидит за своим столом. Когда вы входите, он смотрит вверх и хмурится. «Что я могу сделать для вас?» — он спрашивает. Молча протянуть ему флягу с дерьмом. Ты молча протягиваешь банку с говном шерифу. «Ты надо мной смеешься?» — спрашивает шериф. «Мне не нравятся ваши шутки, мистер», — говорит шериф Бакли. «Свяжи лассо». Вы берете свой верный лассо и крутите его над головой. Фью! Лассо вылетает и обвивается вокруг рук и торса шерифа Бакли, связывая его. «Я собираюсь арестовать тебя!» Изнасиловать шерифа Бакли. Вы изнасиловали шерифа Бакли. Ты спускаешь свой член в рот шерифу. «Соси! Это приказание!» Шериф Бакли сосет член несколько. «Нет, мой!» «Я думал, держать язык за зубами, говорите вы!» «Да, вы правы», — отвечает шериф Бакли. «Ему просто не понравились мои шутки, я ему в рот надавал. Я хочу его поцеловать». Нет. Вы наклоняетесь и целуете шерифа. Он удивлен, но отвечает на поцелуй. Чувствуете, как его язык проникает в вашу... Нет. Целовать его, пока не почувствует. «Как тебе удалось освободиться от моего верного лассо?» «Мой дедушка был артистом шоу на Диком Западе», — говорит шериф Бакли. «И чё?» «Ну давай ему опять в рот». «Нет! Остановись!» «Что же ты ждешь?» — спрашивает шериф Бакли. «Трахни меня!» Вы открываете рот, чтобы задать вопрос, но затем решаете не беспокоиться, и вместо этого засовываете свой член в его задницу. Шерифу Бакли удается вырваться из ваших лап, когда его задница взрывается, мгновенно убивая его. Ты быстро вытаскиваешь свой член из задницы шерифа и накидываешь орех по всему его трупу. «Твой член из дерьма!» Вы одеваетесь и выходите. Что за жесть? Что? Это, по-моему, самая жесткая часть. Такая еще героическая музыка начинает играть. Распахиваешь дверь. Просто в закат, нахуй, на лыжи. Уйти в закат? Ты хромаешь в закат, герой. Чего? Сейчас давай перепишем концовку. Умереть в пустыне, от жажды в пустыне. Вы падаете в обморок в пустыне и умираете от обезвоживания. Чего, блядь? Охуеть, концовка внезапная! Ставьте лайк! Какая же это жесть! Какая же это жесть просто, реально жесть. Что же, ребята, все, спасибо за просмотр. Подписывайтесь, кто не подписан. Увидимся в следующем видеоролике. Всем пока-пока.